у нас там новая техника, так называемая, которую все рекламируют и говорят. Я в душе не ебал. Все на Херсонском направлении стягиваются. Да, конечно. Трансфер, да? Да. Танки Т-90, все туда. Да, да. А что у вас там? Говорят, вчера писали в новостях, там около там деревня какая-то у вас есть, Житловка рядом. Там около ВСУ отвоевали часть дороги, Сватово-Кременная. Да они тут ебашу там, грякают постоянно. А скажи мне, а что получается, мобилизованные побыли 3 месяца на обучении и домой нахрен посмотали? Посмотали сейчас, да? У нас много очень 500-х. Очень много. А что это такое? 500-й? Это да. Который автомат бросил и сказал, пошли все нахуй, я не буду дальше служить. И съебался нахуй.